Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Меч Дита. Ну что же, поехали. Продолжим, как говорится, дальше мучиться. Это рогалик у нас. И вот меч упал на землю, острие его затупилось, а истончаемый им свет погас. Ну это у нас, ребята, очередной герой погиб, короче. И мы начинаем за нового героя. Так, кто это у нас такой квадратноголовый? Проснись, проснись, пора двигаться в путь. Это говорит нам Пука, тот же самый жук. Ну ладно, хорош уже спать, давай просыпайся. Ё-моё, с какого перепуга у нас голова-то квадратная? Эй, что это за герой нам такого подсунули? С чего вдруг? Так, ну что, давайте-ка... Воу, откуда мы начинаем? Да, все гораздо хуже, чем мне думалось. Но не бойся, мы все изменим. Но первым делом мы должны раздобыть для тебя меч, чтобы тебя наполнили силы твоих предшественников. Ну это естественно, ребята. Он, вероятно, на кладбище. Давай-ка попытаемся не повторять эту ошибку, а? Я понял, понял тебя. Не будем мы повторять эту ошибку. Пойдемте заберем меч. Ну, меня это, конечно, немножко удивляет, что у нас персонаж с квадратной головой. Так, ну, долго нам еще бежать-то? Дайте мне, пожалуйста, забрать меч. Ёлки-палки, далеко идти нам приходит, смотрите-ка. Вот и кладбище. Бррр. Поверь, сколько бы я здесь не бывал, жутко всегда. Давай поскорее найдем могилу и уйдем отсюда. Да, я знаю, знаю. Могилка вот здесь. Сейчас мы забираем все это, ребята, снаряжение. Тэдэйн, типа, да? Дита ожил с квадратной головой. Ты поднимаешь с могильной плиты меч и чувствуешь, как некая мистическая сила начинает струиться по твоим венам, наделяя тебя силой твоих предшественников, и ты становишься мечом Дита. Понятно. Ух ты, идеально, словно его волшебным образом создали специально для тебя. Что ж, предлагаю продемонстрировать Мармо, что мы о ней думаем. К слову, ничего хорошего. Веди, не я за тобой. Ладно, так, 4 дня у нас до решающего поединка с Мармо. Нам, ребята, для начала нужно, естественно, прийти в город. Где мы с вами? Ага, здесь, значит, мы пойдем с вами наверх. Мы играем за какого-то робота, что ли? Смотрите, у него голова квадратная, лампочка на голове какая-то моргает. Действительно, робот какой-то. Так, а здесь у нас что, закрыто, что ли? Да, у нас здесь закрыто, нас сюда не пустят. И я так понимаю, здесь нужен какой-то новый, ребята, персонаж. Видимо, какая-то птичка или что-то типа того. По крайней мере, так нарисовано там на дверях. Слушай-ка, подожди-ка, подожди-ка. А что это за кристалл? Ну-ка дай-ка, я кое-что хочу проверить, ребят. Если я его предположу... Ох ты! Так, секунду. Я где-то я тут видел такой же кристаллик еще. Если я, конечно, что-то не путаю. Так, здесь ничего не вижу. Да ё-моё. Вот он, конечно же, ребят. Ну иди отсюда, мышь, надоело уже. Пойдемте-ка поставим. Это у нас будет проход, что ли, куда-то активирован или нет? Но чего-то не хватает, ребят. А чего? Чего нужно-то еще? Странно, очень странно. Кстати, ребята, а где наши вещи? Кто мне подскажет? Я не вижу у себя ни игрушек, ничего. Ни пистолетика. Куда же это все у меня делось? Дитер Бора. Угу, понятно. А задания у нас остались, которые мы с вами в тот раз набирали? Или все заново? Так, слушай, я нашел способ убраться с острова. Но чтобы все получилось, мне нужна твоя помощь. Чтобы уехать, мне понадобятся дискеты общим числом 11. Но я должен готовиться к побегу. Принесешь их мне? В награду ты получишь от меня не только кое-что ценное, но и совет. Ну что, договорились? Руки просит принести дискеты, 11 штук. Как будто у меня был вариант, да? Отказаться или согласиться. Так, ну, ребят, ну так дело не пойдет. Мне нужен пистолетик и вообще все дела. Угу, добро пожаловать в магазин игрушек. И давай, показывай мне, ё-моё. Осмотреть игрушки.
Слушайте, ребята, я случайно на кладбище не мог потерять? Хотя нет, вряд ли. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Может быть, у нас где-то в инвентаре это все дело? В рюкзаке? Да, у нас все это в инвентаре. Так, это будет у нас наверху. Пистолетик мы сделаем сюда. И свистульку мы поставим вот сюда. Вот так вот оно будет лучше, ребят, я думаю, да? Да. Самое то, что нужно. А то уж я было подумал, предмет мы и все потерялись. Как вы знаете, пистолетик нам нужен для того, чтобы активировать издалека всякие предметы. Ловушки там и так далее и тому подобное. Свистулька это у нас для того, чтобы за нами примчался, скажем, местное ихнее тут такси, которое может нас с одной карты на другую перенести. Причем довольно быстро и легко. Ладно. Че, больше никакого задания не будет никто давать, да? Я так понимаю. Так, ага, вот он. Аэрказу. Ну, хоть кто-нибудь-то будет сейчас со мной говорить? Нет, никому ничего не надо больше. Как хотите. Так, а мы посмотрим, ребята, карту с вами. И я думаю, что нам нужно сходить вон туда, наверх, где у нас горит вопросительный знак. Да, я думаю, что туда мы с вами и отправимся. Так. Так, давай-ка мы, наверное, вот этого вот... Ну, ты-то иди сюда, иди. Ты сейчас получишь по полной программе. Так, а вот этого мы подожгем, наверное, с вами, да? Ой, как они не любят вот это вот. Подожди. Гори. Ах ты, елки-палки, задел меня маленько. Пускай он погорит маленько, да? Ну, вот здесь вот побегаем, нам спешить некуда. А, все, потух. Да давай ты, не хочет гореть. Промахнулся. Лох. На. Получи, нубас. Ну, долго, блин. Все, он, ребят, сейчас горит у нас. Полюбаську должен. Ой, куда я вышел? Ой, вот здесь, ребят, знаете, в чем проблема? Что монстры восстанавливаются. Да-да. Как ни странно, но они постоянно восстанавливаются. Стоит нам выйти за карту, как они тут же... Оу! Тихо, так дело не пойдет, ребята. Нужно подкрепиться. Я хоть подкрепился. Слушайте, ну нам же, наверное, не обязательно с ними драться. Давайте глянем по карте. Да, мы можем вот сюда выйти спокойненько по дорожке. Единственное, что когда мы с ними деремся, мы получаем деньги и, соответственно, получаем опыт. Опыт, конечно же, ё-моё. Что это за нога такая тут? Слушайте, а вот здесь вот тоже, наверное, какие-то кристаллики нужно принести, воткнуть их, и что-то активируется. Какая-то медуза. Да ладно тебе тут плодить свои вот эти вот фигнюхи. Что, куда ты спряталась? Давай вылази. Вот. Сама-то по себе, я смотрю, ничего сделать не может, да? Взорвется сейчас. Ой. Было бубо. Так, и какой-то яд, ребята, от нее остался там. А ну-ка иди сюда. Так, готово. Странно, здесь я не вижу никакого выхода. Вот, вот тут вот есть что-то. Ну-ка, давай проверим. Так, и по ходу дела здесь тупик. Внизу есть, ребята, еще кое-какая... Тихо, не надо буянить. Привидение хорошее, успокойся. Они почему-то ничего не делали. Так, мегамозг. Промазал. Ага, вот и дискетки, ребята, мы с вами начали зарабатывать. Иди сюда, зомбарь. Ой, ё-моё, да что ж такое? Тут немножко кнопки сделаны не так, ребят, как хотелось бы. Гори, гаденыш. Ярким пламенем. Вот так вот, хрюкнул только. Да чтоб тебе, сколько же вас здесь, а? О, увидел, бежит, блин. Довольно такой, сияет. Халява, да, пришла? Но не тут-то было. Давай, они, кстати, ребята, здесь друг друга могут убить. Даже чисто случайно. Иди отсюда тоже. Пришла тут. Ну, вот заваруха, а. Кто там с кем, чего, я не пойму. Давай.
поубивайте там друг друга просто-напросто, чтобы мне было попроще. Надо вот эту вот летульку подбить. Я ее подбил. О, заодно и дискетки заработаю. Все, отлично. Да, ребята, сейчас утро наступит и станет уже на один день короче. Оу, а вот этот камешек, по-моему, нельзя подбить, пока он сам не прыгнет и сам себя не загонит в стан. Только после этого мы сможем с вами вот так вот его бомбить. Другого варианта нету. Ну, все, все. Так, ну что, пойдем, наверное, вот по этому пути. Глянем-ка. Ах, сколько врагов. Слушайте, ну мне надо как-то попасть туда. В любом случае, ребята, я надеюсь, я иду верной дорожкой. Да на, ты получи, гори. Ой, как было больно, ребята, было больно. Ну-ну-ну, там осталось совсем чуть-чуть. Ага, ну догорай, догорай, не догорел. Сейчас горит. Все, отлично, мы печеньку с вами подобрали еще какую-то. Ну это все, естественно, ребята, идет для подкрепления нашего здоровья. Ну-ка посмотрим. Ну да, совсем маленько, но тем не менее подкрепляется. Ох, сколько же вас тут, а? Подбили, ну иди сюда, иди. А теперь получи. Так, ну ты-то что здесь крутишься? Ну, говорили, что да, действительно, ночью намного больше врагов в этой игре. Я и вижу. Так, что-то мы тут с вами... Оу! Надо срочно, срочно, ребята, подхиливаться. Я не думал, что... Да что за заморозка? Эй! Ё-моё, оказывается, надо было нажимать, чтобы вырваться. Вот так вот. Просто я ни разу не попадал в эти сети. И, как видите, попал и увидел. Подбил. Так, мы должны скоро получить с вами третий уровень, так? Потому что, судя по тому... Да как же так? Вот вы довольно что-то быстро как-то появились. Нифига у вас тут респаун. Офигеть можно. Так, да я в пещеру пойду. Забежал, сломя голову туда. Но это не говорит о том, что это хорошо все, ребята. Здесь меня могут так же накумарить, как и вне этой пещеры. Здесь даже еще придется иногда подумать и поразгадывать какие-нибудь определенные ловушки. Так, смотрим. О-о-о-о-о-о, бежит. Иди ты отсюда уже. Так, смотрите, мы подняли бомбочку какую-то. Ну когда же ты сгоришь-то уже, а? Ну давай, давай, уже догорай. Ага, совсем немножко осталось. И он сгорел. Ну что, еще тебя тут не хватало мне. Блевунчик, а, мелкий. Так, давай-давай, иди сюда. Опа, мимо. Готов. Забомбили мы его. Так, ребят, здесь еще вон в ту сторону есть проход. Но я хочу посмотреть, что у нас здесь наверху. А наверху у нас, блин, куча зомби. И там тоже есть проход. Ох, даже не знаю, куда идти. А нету карты подземелья? Есть, почему нету? Ну давай тогда глянем, что у нас тут происходит. Ой. Здесь, ребята, знаете, в чем заключается опасность? Здесь можно упасть вниз и разбиться. Поэтому надо действовать всегда аккуратно. Давай-ка здесь глянем. Что это за кувшинчики? Ага, тут у них что-то лежит.
Так, сундучок. И... небесный жетон. Символ веры в силы серендипити. Серендипити. А это что, телепорты, что ли, какие-то? Точно, ребята, телепорты. Так, это куда мы с вами попали, если посмотреть по карте? Ага, на начало. Хорошо. Никого нету, все тихо, спокойно. Все тихо и спокойно. А туда нам не пройти. Воу-воу-воу-воу, золото. Так, цветочек. Он вроде бы как безобидный, наверное. Наверное. Я проверять этого не буду, безобидный он или нет. Я вот сюда пойду. Так, пушечек. Оу, тихо-тихо, смотрите-ка. Огонь, чуть было не сгорел. Так, что у нас тут? Ёлки-палки, тут гигантские крысы у нас, ребят. Очень гигантские крысы. Блин, и птички, и вообще вся... вся нечисть собралась именно здесь. Тихо-тихо, не надо тут газиками своими пыхтеть. Так, цветочек, появись, я тебя уничтожу сразу же. Так, отбегаем. Подожди, там будет тупик у нас. Смотрите, скелеты привязались ко мне и не отстают. По пятам просто маршируют. А здесь у нас что? Ой, ёкаламы, сколько, сколько врагов. Так, яд. Тут любая фигня, ребята, может нас уничтожить. Начиная там от безобидных цветочков и кончая какой-то ловушкой. Дай прочистить мне вход. Главное не упасть, чтобы... Ну, да упади ты. О, о, тихо, сейчас залезу. Так, ядовитые там всякие споры остались. Ну иди ты, цветочек, отсюда. Так, ребята, отлично. Ё-моё. Чёрт, взорвались малька. Где у меня рюкзак? Дайте мне что-нибудь выпить. Надо было побольше, ребята, в городе закупать всяких там... молоко, сэндвичи, хот-доги. Все это пригодилось бы нам. Сейчас. Ну, туда я не вижу смысла. Хотя есть, но не пойдем. Так, у нас здесь сундук. Еще один. Что нам достанется в нем? Оу, золото. Золото, это хорошо. Так, а это у нас... да, это у нас тупик. Ничего нету. Ну-ка, по карте мы сейчас глянем с вами. А все, ребята, а нет, вру-вру. Смотрите-ка, если мы с вами вниз ходим, можно будет немножко... немножко левее взять, и там еще будет один проходик. Мы, наверное, пожалуй, так с вами и поступим сейчас. Да-да-да, я знаю, что вы все восстаете, воскрешаете. Но мне в данный момент сейчас как-то не до вас. Так, вроде бы как-то вот здесь должен быть проходик у нас. Верно же? Да, именно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да, я забыл, что тут у нас плевун. Да успокойся ты, вот прицепился, сейчас будет бежать за мной. Так, с двух сторон. Там еще и третий. Эй, а как же там... подожди, а как пройти? Слушайте, должен как-то быть проход наверх. Для меня это как-то немножко странно. А как я здесь пройду? Там тупик. Ладно. Тогда вообще сваливаем отсюда. Есть у нас, как говорится, еще дела. Эй! Ребят, ну это, это же нечестно. Они замуровали выход. А какой-нибудь другой есть? Альтернативный выход или вход? Вообще хоть что-нибудь есть? Ну-ка, карта. Без карты тут вообще просто никак нельзя. А, да, ребята, мы можем с вами сделать немножко по-другому. Там же у нас находится два портала. И мы просто сейчас встанем в них, и нас телепортируют. Только вот в какой именно? Ну, давай в этот попробуем встать. И, да, ребята, мы как раз на выходе. Отлично. Выходим отсюда. Мне бы... добить вот эти вот озерцо Даунрич.
Мне бы добить, ребята, с эти диски и пойти сдавать задание. Так, отвалите, отвалите вы все от меня. Ой-ой-ой, я по болоту по какому-то иду, вязкому. Так, где выход? Здесь должен быть, вот он. Дай-ка я туда сбегаю. Что такое? Опачки, это что такое? Вуаля, новое подземелье игрушек. И ни о чем подобном родители тебе явно не рассказывали. Ну, честно говоря, нет, не рассказывали. Иди отсюда. Слушай, Каспер, ты достал уже. Нервирует меня просто-напросто. Так, у нас, ребят, какой уровень меча? Третий, да? Пойдемте сходим, наверное, в магазин. Я надеюсь, что мне доступна эта возможность. А ну-ка. Погоди, в чем проблема? Неужели нет еще третьего уровня? Ну давай про... Нет. Хотя да, можно на нем проверить, ребят. На нем. На нем мы... О, коктейльчик, спасибо. Это мне пригодится. Так, еще один привязался, блин. Ну-ка дайте пожрать, в конце концов, мне коктейля фирменного молочного. Этот сейчас сгорит. Бомкнул. Так, пончик какой-то тут остался от него. Отойди ты, молоко, пригодится. Ага, давай-давай, друг друга бейте, пожалуйста. Есть, третий уровень, ребята. Сейчас меня отпустят, точнее впустят в магазин игрушек. Все, остынь, хорош. Слушайте, ну мне казалось, что он когда горит, я могу его... А, сзади, видите ли, я могу его только пробить. Ну что ж, теперь пойдемте в магазин. Должны уже впустить, да, горит. Заходим. Открываются у нас ворота. Ну я понял, понял, давай быстрее. И побежали туда. Интересно знать, что он там за игрушки сейчас будет нам предлагать. Ну давай, давай, рассказывай очередную историю. Эти старинные залы для испытаний, конечно, странные. Ну да ладно, добудем эту легендарную игрушку и поминай, как звали. Да вот дело-то в том, что это вечная, ребята, проблема. А что это такое? А, инициирую последовательность загрузки. Бот правил. Система правил острова испытаний в сети. Ваше местонахождение подземелья игрушек. Согласно указу Министерства испытаний, данное подземелье является субъектом системы острова испытаний ДИТА. Любые действия в данном подземелье должны совершаться по правилам настоящего бота. Вы можете ознакомиться с правилами данного подземелья в любой момент, нажав на паузу на вашем планшете и выбрав опцию «Статус». День учений. Количество получаемого опыта уменьшается вдвое. Замечательно просто. Я наоборот сюда пришел за опытом, а они мне... Оу, тихо. Так, ребята, здесь нужен пистолетик. И... Так, погоди-ка, погоди-ка. Все, я понял. Я как бы понял и в то же время не понял. А если я вот в этот ящик шибану? Так, тут цепь мешает. Хм, странно получается. Если, ребята, я в этот выключатель попадаю... Так. Нет, подожди, а как я по ихнему должен сюда-то попасть? Вот меня что интересует. Ну ладно, вот я сюда встану, да? Ну а как же я тогда... Переключатель-то выключу. Рикошета здесь нету. От цепи он не рикошетит, я смотрю. Зашибись просто. Обалденно. Какая-то загадка тут. Что-то чересчур замудренное.
Так, ну если... Так, погоди-ка, колодец. Может быть, надо в колодце что-то попить, поесть? Нет. Он мне сейчас будет рассказывать про правила. Зачем, правда, ума не приложу. Черепок, иди отсюда. Слушай, ну здесь как-то странно. Ладно, вот это я еще могу как-то понять. Вот это загадка, ребята. Вот это обалдеть. Мне вот знаете, что смущает? Вот этот вот кирпич. Для чего он дан? Который вот там вот лежит. Я в него попасть не могу, да? Пролетают у меня патрончики мимо. Поджечь я здесь тоже ничего не могу. Странно, вот такой загадочки для меня еще не было. Так, а это что такое? Подожди-ка. Что-то мне показалось, нет? Что-то вроде как бежал, что-то там мелькало. Я вот не помню, если я кубарем качусь, я, по-моему, ребята, могу провалиться. По-моему, так. В общем, здесь как-то сложновато. Мне не дано здесь пока получить эту легендарную игрушку. Жаль, а так хотелось бы, а. Ладно, давай тогда смотреть дальше, что у нас тут. Нам нужно идти, где знак вопроса. А это, соответственно... Да чтоб тебя. Вот сюда мы с вами... Эй, погоди. Мне не нужен сейчас в данный момент пистолетик. Ну что, такой глаз какой-то. Ага. Пробьем, нет? Наверное, не получится, да? Тихо, 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 тихо. Ну, очистили себе проход здесь. Озеро Уайтбай. Почти в цели, ребята. Почти в цели. А что это такая за деревушка? Домик, точнее, даже я бы сказал. Ну иди ты отсюда, уже достали вы. Так, камень, камень. Камень, ножницы, бумага. Так, Каспер. Попал все-таки, а, говнюк мелкий. Погоди-ка, я что-то не понял. Опять не могу накумарить. Странный какой-то чувачок. Его ничего не берет почему-то. Где хозяин этого дома? Наверное, внутри. Точно, смотрите-ка, девочка какая-то. Недавно в поле Ракхенд на меня напал монстр. Убив его, я нашла при нем ключ. Должно быть, он от какого-то замка в той местности. Но возвращаться туда я не хочу. Можешь оставить его себе, надеюсь, он тебе пригодится. Рилли предлагает тебе ключ от какого-то замка в поле Рокхенд. Угу. Ну, тебе уже удалось найти применение ключу, найденному в поле Рокхенд? Нет, пока не удалось. Погоди, погоди, хотел кувшин разбить, не кувшин, а этот. Ё-моё, ладно, хорошо. Так, а где же, интересно, Рокхенд этот? Смотрите, там знак вопроса, и там знак вопроса. Ладно, я, наверное, скажу. О, смотри-ка, еще кто-то стоит. Даст задание какое-нибудь. Эй, ты, а не кажется ли тебе, что когда вокруг столько монстров, играть на улице слишком опасно? Я? Ну, я ведь из любителей долгих прогулок, верно? Ни один монстр не помешает мне сделать мои законные 10 тысяч шагов. Хотя, если их целая стая, это совсем другая история. Ты молодец. Так, отвали. Погоди-ка, погоди-ка, а где? Блин, ниже, ниже надо было. Надо было ниже идти. Эй, тут тупик. Тут тупик. Блин, ну как-то непривычно мне, ребята, играть героем, типа какого-то робота с квадратной головой. Все герои у нас до этого были обычные, как говорится, людишки. Так, что у нас здесь? Роща Фейзерпойнт. Ну и название, блин. Так, где-то здесь у нас, ребята,
знак вопроса. И вот тут где-то он должен быть. Что это за новая местность такая? Ух ты. Так. Так, погоди, это что там за водяной еще прячется? Бульк, кто ты? Астра. Бульк, меч? Кажется, я что-то такое припоминаю. Бульк. Что это за место? Это святилище. Имя Серендипити. Тебе знакомо? Это что-то вроде сада, разбитого в его честь. Когда-то я, кажется, помогал людям общаться с ней, но прошло уже столько времени. Бульк, теперь я просто отмокаю здесь, и это неплохо. Не нравится мокнуть, а то ведь столько силы пропадает зря, понимаешь? Нет, не понимаю. Вообще не понимаю тебя, Астра. А это ты. Так, что это за место вообще? Бульк, помнишь маленькие святилища Серендипити, разбросанные по всему острову? Считай, что это главное из них. Когда-то я помогал людям общаться, ну понятно все. Так, кто такая Серендипити? Бульк, Серендипити? А, она очень клевая, немного застенчивая и поэтому общается с людьми через меня. Конечно, в наше время в нее уже никто по-настоящему не верит с тех пор, как она не попала в число богов пантеона. Бульк, но пока в нее верит хоть кто-то, наверное, она все-таки существует. Может быть, это моя судьба? Бульк, ладно, что-то я слишком много болтаю. Время, что значит время? Бульк, что еще за время? А, тебе отведено время на выполнение задания? Фу, это даже звучит занудно. Знаешь, Серендипити не любит таких вещей, но может она захочет помочь тебе в твоем деле. Как связаться с Серендипити? Бульк, может связаться, это слишком громко связано. А люди приносят сюда сферы, и когда их оказывается достаточно, она может даровать человеку то, что он надеялся получить. Может быть, если ты сделаешь это, получишь немного времени, Бульк. Думаю, пьедестал еще в рабочем состоянии. Только между нами, все эти сферы, жетоны и все такое, они всегда казались мне ненужными. Нам даже пришлось раздобыть третий мусорный контейнер для этой дребедени. По правде говоря, я считаю все это пустой показухой. Но так пожелали боги. Неважно. Бульк, ну ты заходи, если что. Я буду здесь мокнуть. Ну, мокни. Так, вот это, ребята, я понимаю, алтари, да, на которых я могу что-то поставить, принести. Только вот где мне это все добыть? Вот тебе... О, смотрите, какая-то птичка стоит. Здорово, братишка. Федди. Вздох. А, знаешь, мой дед только и говорил о том, каким красивым был Дита. Это с его подачи я увлекся походами, да? А теперь Мармо своим злом запятнало даже это. И уже нельзя просто взойти на вершину холма и насладиться видом, потому что все портят стоны и вздохи зомбаков на фоне. Да, это, конечно, все хорошо, но... Ну куда же мне идти? Ну давай сюда пройдемся вниз. Так, скалы Роллуп. Смотрите, я вижу еще одну пещерку, ребята. Может быть, нам зайти в нее? Так, иди отсюда. Просто зайдем с вами в пещерку и глянем, что у нас здесь в ней находится. Как-то опять темно и опять какие-то количество получаемого опыта удваивается. Даже так, да? Не понял. Мы же вроде бы как бы снизу зашли, а почему мы вышли сверху? Так, здесь замуровано все. И это, видимо... Ой! Ёлки-палки, ребят, вот что значит не доглядеть. Получил? Оу, два диска, отлично. Черт подери, бегаю по огню. Вот еще такая оплошность, ребята, и мы с вами можем отдуплиться. Так, молочко. Если надо нам крутиться, то лучше делать это, ребят, вот на безопасном расстоянии. Хе-хе-хе. Так, ну что, скелетик, иди сюда. Я тебя маленько поджарю. Оп-оп-оп.
Оу. Да все, 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 успокойся. Да, ребята, дверь открылась после того, как мы с вами уничтожили всех этих зомбарей. Отлично. Так, сундук, я вижу сундук, ребята. Быстрее к нему. Открываем и смотрим, что нам здесь достается. Дает доступ к рывку. Атакую в рывке, чтобы нанести больше урона. Ого, это же наклейка. Используй наклейки и получай супер крутые бонусы. Нажми, открой вкладку наклеек, чтобы на них посмотреть. Ну, наклейка. Действительно, и я могу в меч воткнуть. Почему в меч? Ну ладно, пускай будет в мече. И что же мне дает? Честно говоря, я ничего не заметил, что что-то она давала. Так, ну где мы еще? Мы, по-моему, здесь все облазили, да? Посмотрим по карте. Ах, нет, ребят, смотрите-ка, тут еще один есть этаж. Значит, наше с вами дело пройти на тот этаж и глянуть. Так, секунду, что-то меня тут спонталки сбивает. А, ну все, ребята, тут два этажа. Вот нижний и там верхний. То есть, да, мы практически с вами быстренько эту пещерку и прошли. Хорошо, тогда валим отсюда. Но куда нам еще? Ой, тут еще карта ядрена, вот ее. Ходить, ходить, не переходить. Иди отсюда, мышка. Так. Ага. Вот так вот. Тут, ребята, облом. К сожалению, тут перекрыта дорога. Я не знаю, что надо, на каких она принципах открывается, но, по крайней мере, здесь свободно. Ну, гуляет Лук Бергард. Лук Бергард, хорошо. Смотрите-ка, внизу, ребята, какой-то... Эй, мне туда не пройти. Не пройти. А здесь могу обойти? Там какой-то магазин оружейный, походу, дела, да? Или нет? Что нужно? Нужно что-то сюда поставить. И мне бы хотелось бы узнать, что. Так, цветочек. Тихо, птичка. Не надо буянить. Ага, отлично взорвалась. Птичка. Не балуй. Подбили мы ее. Да иди ты отсюда уже, надоел. На мозге компостируешь. Так, видимо, какой-то должен быть артефакт здесь, ребята. Ну, не артефакт, а в плане то, что мы должны с вами поставить туда. Только что это, а? Может быть. Так, и... Мы что-нибудь здесь видим? И я вижу... Вот, провалились. Мы с вами в пещеру сейчас попадем. А здесь у нас... Так, пещера Ролл Ридж. Вот так даже называется. Тут больше ничего нету. Так, мы с вами получаем опять небесный жетон. Я до сих пор не могу понять, для чего они и что делают эти жетоны. Хотя у меня уже их, по-моему, 3 или 4 штуки. Выбрались, да? Ну ладно, предположим, мы выбрались. Но я так и ничего и не нашел, ребят. Так, это у нас вниз дорожка. Хорошо, давай вниз сходим, посмотрим. Смотрите-ка, еще какая-то фигня. Давайте попробуем пройти. Что тут написано? Грот Молол. Это грот у нас, да, значит? Ну-ка. Опа, ну а это что там у нас за... Каратека. В моей семье издавна поклонялись Фатуму. Но со временем я начал осознавать, что моя вера пошатнулась, сенсей говорит нам. Это каким-то богом надо было быть, чтобы поступить с нами вот так. И почему он не показывает нам на глаза? Разве мы не заслужили, по крайней мере, объяснение? Что он там вам не показывает на глаза? Вы ничего не заслужили. Так... Это телепорты? Не работает. Ну, там я вижу какое-то очко. Я должен сюда... Ну да, естественно, ребят.
провалиться прямо в гущу к монстрам. Это ж, блин, додумались, а? Эй! Специально, что ли? Ну да, ребята, сенсей, блин, вас научит жизни. Ё-моё, тут какая-то заваруха. Дайте хоть одну птичку заколбасить. Одну заколбасил. Вторую подбил. Так, мегамозг, вали отсюда, Крэнк. Эй-эй-эй, поймал. Вроде бы успел, ребята, мешочком поймать это. Так, деньги. Слушайте, ну что это такое, а? Кулак. В чем прикол? Ну давай попробуем вот эту птичку сейчас бомбануть. Типа босса, да, 5-го уровня. Все дела. Тихо, здоровья маловато, надо подкрепиться. Съели мы этот сэндвич. Точнее, это был пончик, на самом деле. Ну, добиваем. Все. И... ага, типа, давай вниз дуй, да? Еще ниже. А еще ниже, я думаю, там будет еще крепче враг. Ну, я могу и ошибаться, согласитесь. Надо проверять все самому. Ёпарсете. Я, по-моему, ребята, прав. Еще как? Не-не-не-не. Да чтоб тебя, не успел, ребят, не успел. Ну, по крайней мере, не так сильно отравило. Отойдем. Сколько же здесь всяких мышек. Так, еще один цветочек, да? Ну ладно, сейчас. Да, ребята, это какое-то у нас испытание. А мы должны здесь победить, видимо, всех врагов. И только после этого мы отсюда сможем выбраться. Я надеюсь, что мы сможем выбраться. Потому что если мы погибнем, нам, ребята, все с самого начала придется проходить. Представляете? У нас будет новый герой, мы опять проснемся в своей кроватке и побежим брать меч и так далее и тому подобное. Но также не стоит забывать, что у нас на все про все отведено всего лишь 4 дня. Ну, открывай, открывай, давай. Опа. Странно. Теперь-то... а, мы заработали теперь сундук еще какой-то. Ну, давай-ка глянем, что у нас здесь в сундучке предложится. Понятно, блин. Небесный жетон. Серендипити. Надо почитать нафиг, что это за жетон, для чего он. Так, погоди-ка, и вот это я хочу понять. Дает доступ к рывку. Атакуй в рывке, чтобы нанести больше урона. Рюкзак, вот, что это такое? Символ, да, отлично, отлично, ребята. Описание. Просто жетон серендипити. Но мне кажется, что за них, за эти жетончики, можно будет где-то что-то когда-то приобрести. Знаю бы только когда и что, и где. Ох ты, взорвалось-то как больно. Мне есть чем покушать. У меня есть покушать, ребята. Но это последнее, там еще хот-дог остался, и все. Так, подбил. Че, крыс нужно еще всех, что ли, уничтожить? Так, не откройте, да? Пока не уничтожу я этих всех крыс мелких. Ну иди сюда, мелочь. Ага, так и есть. Загорелось. Летим дальше вниз. А если я, например, не хочу больше лететь вниз, как я могу отсюда выбраться? Никак уже, по ходу дела, да? Опачки. Два телепорта, ребята. И сундук. То есть, наверное, вот здесь вот тебе и дается выбор. Или продолжить, или на выход. Давай на выход, нафиг. Да, смотрите-ка. И заработали порталы, кстати. И работают они только в одном направлении. В обратном. Туда они нас портировать не хотят. Ух. Ну ладно, хорошо. Здесь вроде бы определились. Давайте теперь откроем еще пониже. Там у нас есть местечко. Ага, вот здесь вот. Парк Бертон. Мне бы, если честно, ребята, не помешало бы сейчас слетать в город. По правде говоря.
но нет такси. Слушайте, а если я... Ну-ка, смогу вызвать? Вот сюда. Отправиться. Да. А, могу, ребята. Ну, где? Где такси-то? Нифига, как долго мне пришлось ждать. Ну, хоть прилетели за мной, я уже думал, все. Зависло или что-то в этом роде. Ну, вот мы с вами и в городе. Так. Аэросвист. Так, а мы с вами нашли достаточное количество дисков, которые нас просили найти? По-моему, нифига. Дайте-ка я пойду куплю себе. А что я куплю? Я себе ничего не куплю. Так, ну что мы тут поговорим? Так, ну понятно, он увидел Пуку, они обрадовались, все у них тут хорошо. Он рассказывает свою старую историю про героев, типа ты не первый, не последний. И вот нам отметили, куда мы должны с вами пойти. Черт, а что у нас там такое было, что мы не смогли пройти? Так, ты можешь на... Подожди, нет, не это мне нужно. Да, понятно, что аэросвист там. Так, свистуля, давай. Черт, а у нас только на кладбище, домой и... город. Угу, понятно. Маркет Дита. А ну-ка, дай-ка мне что-нибудь купить. Добро пожаловать, тебя что-нибудь заинтересовало? Да, меня заинтересовало, ребята. Так, сколько ты будешь... Блин, а что не пишется, сколько пополняем-то? На вкус как клубника с мелом. Успокой желудок, если ты вдруг отравишься. А, это антидот. Антидот надо купить, ребята. Ой-ой-ой, тут все, ребятушки, ограниченное, оказывается. Поэтому я куплю все. А вот это что такое у нас? Что это за бомбочки? Отравляет все в радиусе бабаха. Нажми U, чтобы взять и бросить или заложить. Так, а это у нас просто бомба. 100 и 150. Хорошо, я возьму. Ага, вот бомбы я могу покупать хоть сколько. Сколько моей душе пожелается. Так, интересно, а где тут, ребятам, можно сохраниться, а? Тут автосейф или как вообще? Так, ну здесь мы уже были, блин. Так, ну-ка, меню. Смотрите-ка, у нас исследовать подземелье. Так, собрать дискеток. Сколько осталось? Непонятно. Воспользоваться ключом в поле Рокхенд. А где у нас поле Рокхенд, интересно, не знаю. Тут не показывается почему-то, где поле Рокхенд. Ладно, если мы даже предположим, что я побегу по-быстренькому, сбегаю туда, куда нам, в принципе, показано, что надо идти. Так, отвяньте вы от меня все. Иди, скелет, отдохни. Успокойтесь. Так, и... Ага, сюда, значит, нам нужно идти. Подожди, где? Где проход-то, а? Так, вот он, проходик. Ага, парк Уитмур. Так, правильно хоть идут-то? Нет, неправильно, надо вниз спускаться, ребят. Вот эта вот фигня опасна. Она, когда умирает, она горит. Ну и, соответственно, наносит нам огненный урон. Та нас замораживает. Потом есть некоторые, которые превращают нас в камень. Так, и здесь нужно вот теперь наверх. Вот так вот пойдем. Нет. Да отвяньте вы от меня. Как первобытный, ё-моё. Увидели человека в первый раз в своей жизни. Так, ага, вот и... Нет, это парк Аплук. Слушай, это парк Аплук, это не тот, ребята.
Странненько получается тогда. Так, аэросвист. Аэросвист, а почему он у меня не активирован, а? Дай-ка я его. Вот так вот. Все. Так, привяжите свой свисток. Да, я понял. Я думаю, чего у меня тут нету? Два дня, ребят, осталось до решающего поединка. Зашибись. Так, а здесь у нас открыто. А, так это же мы здесь, по-моему, с вами не могли решить эту загадку-то, да, чертову? Ну, точно, ребята. Подземелье, блин, игрушек. А ну-ка, если я так сделаю. И вот так вот. Ай, все время забываю, что этот бот правил. Ну, предположим, пистолетик. Ну, здесь вот понятно, ребят. Здесь они горят. Здесь-то все ясненько. Ну, там-то же ничего такого нету. Тут-то нет ничего. Вообще никаких этих ни огнев, ничего. А, вот так вот можно попробовать, ребята. Есть! Вот оно как, блин, наискосок, кажется, можно было бомбить. Чтоб тебя. Я просто этого не знал, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что там за... Погоди, а как я, например, могу использовать, ну, грубо говоря, бомбочку? Где у нас тут бомба? Нету ее? Ну ведь я же покупал. Рюкзак, бомба, вот. Вот сюда мы ее вниз. Нет, ядовитую не надо, давай вот эту вот, обычную. Активировал? Вроде активировал. Ну и как она действует? Да подожди ты. Ну, взорвись. Зашибись, блин. Давай, подходи сюда. Да чтоб тебя. Ага, вот как можно. Нормулька. Да я бы его так мог победить. Ё-моё, если бы я знал, что он такой лошпен, блин, не тратил бы столько сил. Ой, вспомнил я, вот эту вот хрень. Так, попробуем по-быренькому. Да-да-да-да-да, я знаю, что вы давите там. Переключаемся. Фух, спокойствие, только спокойствие. Какое тут следующее, блин, испытание? Я боюсь уже всего. Так, это я понял, ребята. Значит, здесь... Так, переключимся. Кнопка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Блин! Кто такой? Что он делает? Мне не нравится этот чувак. По-моему, мы в ловушке с вами, ребят. В дичайшей причем. Что он там делает, а? Рыжет еще что-то, говнюк. Так, ну если я, предположим, подожгу. А я ведь могу поджечь? Могу. Так, берем дальше пистолетик. Подожди, я же должен поджечь. Поджег. Три факела, наверное, надо поджечь мне. Ага. Так, что он там чудит? Иди отсюда. Подальше от меня. Нервируешь просто. Что ты там клепаешь? Да ладно ты! Ребята, это жесть будет. Это очень плохо. Когда вот это вот говно за тобой ходит. Фух. Так, а я могу двигать. Вот оно что. Ну-ка, давай. Где этот пистолетик? А? Застрял? Вот так вот. Вот стой там. Да ё-моё. Поджог. И что мне это дало? Мне нужно вот это вот убрать. Ё-моё. А ну-ка. Погоди-ка, не понял я маленько.
Теперь понял. Тихо. Хорош будет. Еще один камень. Не надо еще одного. Ёлки-ты-палки. Сейчас, 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 ребята, вот так мы сделаем. Давай, 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 вот эту кнопку. Да, блин, нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее сюда, ребят. Да, блин, эти мешаются мне только здесь. Да отойдите вы нахрен, а. Кубы. Да мне нужно не сюда, а вот туда стрелять. А, зачем мне стрелять, если я могу так поджечь? Ё-моё, чё это туплю-то? Есть. Что? А что есть-то? Нет, лучше мы вот так вот сделаем. Да чтоб тебе тут... Получили ключ. Должно быть, и можно открыть какую-то дверь. И где-то поблизости. Где? Где-то поблизости. Я никакой двери не вижу. Ага, вот теперь вижу, ребята. Вот она, дверь. Фух, ну давай посмотрим. Так, не нравится мне вот это вот. Что это за кучки? Мины. Так, разбили, разбили. Ага. Молодцы. Умницы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну это же жесть. Ребят, это же галимая жесть. Так, ну. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот, проходим. Ох, как же я боюсь, ребята, куда-нибудь втюхандриться. Эй! Не пугай там меня. Так, здесь, наверное, поджечь нужно. Хорошо, поджег. Сундук? Да, сундучок. Каменный какой-то. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо кошаков тут, ребят. Древняя табличка, версия 41.0. Утерянный фолиант, рассказывающий о древнейшей истории Дит. Отправляйся в зал мечей и прочти все записи, которые тебе удалось раздобыть. Я прекрасно понял. Тема. Так, дата получения. Ну что, значит, возьмем двоих. Предыдущее сообщение. Джуин. Меня беспокоит масштаб нашего плана. В частности, я сомневаюсь, что один ткач эфира сможет одновременно воздействовать как на органы чувств, так и на память. Ну, то есть, смочь-то сможет, но что-то мне не верится, что он продержится долго. Сообщение обрывается. Что за ересь, блин, вы несете? Давай, давай, текать отсюда. Так, ну, что нас здесь поджидает? Твою ж маковку, а. Я уже предполагаю даже, что. Ать. Нет, тут спокойно. Сейчас переключимся и... Кнопка. Все, я понял, ребята, прикол. Так, подожди. Прикол-то я понял. Во. Я так понимаю, вот здесь он должен быть. Так, да? Слушай, погоди-ка, погоди-ка. Все, кажется, допетрил. Хорошо, давай это поставим вот сюда. Бросай. А что мне это дает? Ну, я открыл, предположим. И здесь пусто. Здесь абсолютно ничего нету. Так, ладно, давай мы с вами сделаем вот такой ход. Что этот кристалл нам даст? Да ты возьми ты кристалл и выбрось его вот так вот. А, вот оно что. Вот теперь я понял, ребята. Ну?
Дынь, сундук. Я больше уверен, что там будет ключ. Или не будет там ключа. Там будет очень много золота, и мне некогда его подбирать, ребята. Потому что здесь... Потому что здесь, как видим, кирпичные эти головы. Дай нафиг пройти. О, могу... Ай, не успел дособирать. Жалко-то как. Столько золота пропало. Ну тут-то, тут-то что хотят? Загвоздка какая-то, а? Что получаем? Ключ. Массивный старинный ключ, которым можно отпереть последнюю дверь этого подземелья. Ну давай сюда зайдем. Не? Или да? Да ладно, ты хочешь сказать, на самое начало мне... Слушай, погоди, ну-ка, а по карте покажут, где у нас... Все, я понял, ребята, где дверь, которую нужно открыть. Так, здесь мы с вами будем сейчас с пистолетика опять попадать. Пытаться. Я сказал, пытаться попасть. Слушайте, а вон тот сундучок, интересно, для чего? Я не больше уверен, что там тоже что-то есть хорошего. Древняя табличка, понятно. Что проверяет в ходе испытаний? В рамках каждого из испытаний мы проверим твое мастерство владения легендарными игрушками, а также оценим твои когнитивные, пространственные и физические способности. Можно ли подготовиться к испытаниям заранее? Да. В дополнение к краткому курсу подготовки ты можешь пройти в школе. В каждом районе есть центр подготовки к испытаниям, который ты сможешь посещать бесплатно на протяжении всего года, предшествующую твоему испытанию. Документы, удостоверяющие твое право доступа и информацию об экскурсии в центр, ты можешь получить в течение 14 дней. Помимо этого, ты можешь в любой момент нанять лицензированного частного тренера. Чтобы получить список доступных аккредитованных тренеров для твоего класса, обратитесь в Министерство испытаний. Ребят, что за ересь, а? Что так мудрить-то? Ладно, хорошо, ребята, робота, надеюсь, больше здесь не будет, нет? Или будет? Погоди-ка, как я... А, ну да. Так, мне в данный момент нужно что сделать? Да хорош ты стрелять-то по ним, а? Что ты автоматом-то? Ты будешь, блин, в пульт-то стрелять или нет? Ну-ка, если чтобы их не было... Нет, твянь. Да отвалите вы, ядрёна вошь. Так, срочно смотрим карту, ребята. Мы с вами были почти везде. Почти везде. Надо вот сюда идти, наверное, да? Здесь кошки у нас, да? С бомбами. Кошки с бомбами, я понял. А вот и дверь, ребята. Последняя, как говорится. И тут должна быть супер-супер-пупер загадка, да? Которую якобы нельзя решить. А ну-ка, если я сделаю так. А так. Ага, понял прикол. Ага, и что далее? Погоди-ка. Это рычаг. Рычаг? Рычаг. Ну давай-давай-давай-давай-давай, взрыв. Отлично. И что же меня ждет? Блин, куда бежишь? Босс, что ли? Нет. Нет, только не босс, давайте без боссов. Отлично вышло, только одна мелочь. А именно вот это. Удачи, а я так и думал, блин. Блин. Это же босс, ребята. Не надо, не надо. Ты смотри, какая она, а. Так, куда ты бежишь там? А на-ка получи, блин. Оу, тихо, тихо, тихо. Давай без... В тупик. Черт бы тебя побрал. Ха-ха. А значит, для нее преград нету, да? Да чтоб тебя. Так, что ты там? Блин, задание выполнено. Я понял, что я набрал все дискетки. Что это запустило она там такое? Дай мне подкрепиться. Так, шоколадка восстанавливает маленько здоровье. Отлично. Да-да, отвали ты от меня. Да я попасть-то по ней вообще буду попадать или нет сегодня? Придется молочко выпить. Кританули, наконец-то. Хоть.
Ну, есть. Yeah! Ну, давай посмотрим. Воу, какой сундук крутой. Ну что ты, жук, пуки, блин. Ну это же невозможно, или возможно? Просто мысли вслух. Ну и чего же ты ждешь? Давай откроем сундук и заберем легендарную игрушку. А мне самому интересно, что там за игрушка легендарная. Да подожди ты, успокойся. И мы получаем лазерное кольцо. Устройство изначально создано для того, чтобы сводить котиков с ума. Прокачали, и теперь можно крушить. Использовать Ю. Ага. Вы что-нибудь поняли про котиков-то? Я лично нет. Тынь-дырин-дырин, довольный такой. И что ты опять, пуки? Ну что ж, легендарная игрушка у нас. Видишь, я же говорила, что все получится. Эй, а я тебе помогла. Я обеспечивала эту, как ее, моральную поддержку. Ладно, давай мы не будем сердиться на того, кто это сделал. Надо скорее пробраться в зал для испытаний и уничтожить якорь. Я отметил на твоей карте местонахождение хранителя. Давай, ноги в руки и побежали. Что ты там опять на моей карте отметила? Ага, теперь вот нам сюда идти. Ну, в принципе-то это все, конечно, хорошо, логично, но мне надо в город, наверное... Подожди, мы посмотрим, у нас есть там короткий путь? В принципе, да, очень даже короткий путь. Поэтому полетели мы с вами, наверное, в город. А для чего в город, ребята? Чтобы сдать задание. Да, я хочу отправиться в город. Мы с вами насобирали все-таки этих 11 дискеток. Посмотрим заодно, что нам даст этот паренек там. Но самое обидное, что у нас осталось всего лишь пару дней. А может быть даже уже и денек. До встречи с Мармо. Ну, где ты там у нас? Где чувачок, который давал мне задание, а? Где-то же здесь должен ходить, я ведь помню. Куда он спрятался, а? Так, игрушки тут у нас, магазин. Так, наклеек. Тоже магазин. Ну где все-то, ё-моё, где? Неужели он ниже? Да нет, по-моему, он где-то вот... Где-то вроде бы поблизости находился, но я его не... Так, что у тебя за задание? Мармония единственная, кто умеет обращаться с эфиром. О, нет! Перед тобой стоит могущественная колдунья. Кстати, хочу попросить тебя об услуге. Принесешь мне отвертки? Всего лишь 11. Они нужны мне для нового... В общем, они просто мне нужны. А я заплачу тебе за потраченное время. Блин, где ты раньше-то была, а? Отвертки понадобились. Так, вот он, чувачок. Превосходно, спасибо тебе. А вот и награда. Все, как я обещал. Ах ты, тебе не терпелось узнать, как же я собираюсь бежать? Я построил лодку и сегодня покину остров. Я тебя прихватил бы, но кажется, тебе еще нужно сделать дело, да? Оу, мерцающий самоцвет, очень ценный камень, за который можно выручить кругленькую сумму. Так, а что у нас здесь такое? Что за наклейки? Давайте-ка посмотрим, ребята. На-на-наклейки, добро пожаловать в наклеечную, Лика. Новый любитель наклеек, не бывали здесь уже много лет. Клейко, наклейки, здесь ты можешь купить наклейки, но только если тебе есть куда их приклеить. Смотри, выбирай. Купить наклейки, что? О-о-о, шанс выпадения плюс 7%, дополнительная способность, здоровье. Что такое дополнительная способность? Еда восстанавливает больше очков здоровья, ага. Урон и радиус действия твоих бомб увеличиваются вдвое. Ночью враги наносят на 25% урона меньше. Ты находишь больше всякой всячины. Дает доступ к вращению. Удерживай X, чтобы атаковать вращением. Дает доступ к рывку. Атакуй в рывке, чтобы нанести больше урона. Так, я даже не знаю, ребята, что нужно-то. Восстанавливает больше здоровья, наверное, или... Ты хочешь больше всякой всячины. Давай вот это вот купить. Всякой всячины. Наклейки визжит. Возвращайся в любое время. Я тебя понял. Где мои наклеечки? Я могу куда-нибудь присобачить. Вот сюда, например. Да, на 7% больше. Так, я еще могу, ребята, две наклеечки наклеить себе. Так, ну-ка, а что он... Ой, а у меня... У меня, к сожалению, очень мало голды, ребята. Всего лишь 90.
Я так понимаю, что время-то на исходике. Приветики, осмотрите хорошенько. Да что мне осматриваться? Давай мне хот-дог. На последние гроши куплю у тебя. Ну пока. Пока. Так, а по идее мне нужно, ребята, пойти вон туда. И это лучше сделать. Так, 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 понял. Здесь есть короткий путь. Ой, ребят, наверное, мы с вами будем закругляться, да? А то у нас серия получится обалдеть какой длинной. А мы проще с вами увидимся в следующей серии и продолжим просто-напросто играть. Ну, если вы, конечно, захотите. Так что, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. И, как говорится, до новых видосиков. Всем пока и удачи.